снял, хотя подъезжал. А, хорошо. Как дела у вас? Хорошо, все дела. А, понятно. Только один рейс будет, потому что 6 утречный. Там два рейса на Устенке. Стоят. Ага. Ну, по Грибинского ездил с вами. Весной прошлого года. Блин, знаешь, сколько где ездить? Я не могу запомнить. Кирюху там, вот он часто ездит. Вот я не забуду. Постоянно же. Нет, нет, периодически да, появляется. А так вот, если у тебя не раз ездил. Ты с кем-то, он же с тобой ездил? Да. Ну, все, все. Все, ну теперь-то я вспоминаю, теперь, да, вспомнил.
чили только может там что-то между собой. В Екатеринбурге. Там у них маршруточные войны. Войны, но. Раньше у нас автобусы, когда частники были на городе. Больших еще такие. Да, да, частники. Много же частников на городе работают. Ну, не так уж и много, конечно, сейчас. Не было такого. Куда не дороже, чем в Тюмени. Там перевозчики сами устанавливают. Да, у них у одного 30, у одного 25. Выставлю у каждого свои карты. Сейчас я кузнечик, вот тебе, подорожник. Вот тебе и карта. Еще приезжаешь сюда, да, там, ой, светло, светло. Нет, там красиво, базара нет, туда ездить тяжело. Там, короче, нет, тяжело. Не люблю я туда ездить. А то, что там обстановка там, да, красивая. Там. Особенно туда плохо летом ездить, когда верхний город. Все купаться едут, там такие пробки. В этом пути на аэропорт заезжайте, да? На обратном, да?